Гиди на 200 метров сходу, установивший феноменальный результат. 9.156 в первый день соревнований. Михаил Яковлев готовится к своей попытке. Михаил Яковлев выиграл оба спринтерских вида и спринт, и керинг накануне, спринт первый день. Итак, последние 200 метров, самые быстрые. Отличный, самый быстрый разгон. Невероятный результат. Внимание, эти цифры еще никто не слышал в мире. 9 секунд и 99 тысячных – это результат, мировое достижение, мировой рекорд! Михаил Яковлев! Поздравим Михаила Яковлева, его тренера Олега Лагунова и всех нас. Мы были свидетелями этого исторического события. Даже на высокогорных треках никто так быстро не преодолевал 200 метров по сходу, а известно, что именно горные треки самые быстрые.